Да, хорошо. Если прием, ага. Да, так правильно вести. Да. Давайте. Уже сухо идет? Да. Вот зона. Когда вы противника сюда подводите, вот сюда к зоне, да? Тут надо контракт. Если он уходит туда, вы уходите идет на да. И потихонечку, потихонечку идет на него давление. Да. Но если он сильно просто не подвергнуть сюда, сюда туда. Да, допустим, да? Да. Вот. Но здесь такая ситуация, что если, допустим, ноги начинают, знаешь, уходить начинают сюда. Не надо. Потому что правила сейчас такие, что если я его сделал движение, и я его выключу, то это бах, у меня бах. Правильно. Но если мое движение начнется на ковре и закончится в опасном положении, допустим, я прошу, и повязано. Ну, 4 балла. Да. Понимаешь, то есть здесь вот этот момент, вот этот шанс, его пускать не надо. То же самое и если мы отсюда прошли, видишь, вот. Вот, вот мы его ведем, вот. То есть, с бокового прохода, да? Но бывает такая ситуация, что мы прошли, и вот здесь вот не идет дальше, вот ногу мы сюда, не идет. Здесь, сюда. Но, сейчас не провалился. Не провалился, слышишь? Сюда, вот, сюда. Но, бывает такая ситуация, что эта рука идет вот сюда, вот отсюда, сюда идет, вот. Вот здесь вот, вот здесь, надо отрывать его. И, конечно, желательно скрутить и на 4 балла. На ковер, чтобы мы здесь могли его туше положить. Положить, да. Вот. Ну, уходи, когда он тебя толкает. Толкает. Здесь тоже надо отдушить его к себе. Когда он поднимается, поднимается к ней. Еще движение, да. Вот. Я ухожу так, чтобы сюда.